Флаг, гимн, минута молчания. Памятное событие нашло отклик в сердце каждого ученика 31-й гимназии. Именно здесь учился Сергей Кузьминов. Сегодня его историю рассказывает молодое поколение. Для них кавалер двух орденов мужества, гвардии, полковник. Образец сильного мужчины, не знающего страха, до последних минут стоявшего за справедливость и свою страну. Ну, мы очень много узнали из его биографии. То есть он был спортсменом и офицером. В дальнейшем стал полковником. Его поступок, его героизм, его мужество являются примером не только для нашего города, для нашей школы, но и для всей страны. Во имя защиты последней Сергей Кузьминов погиб 9 июля 2022 года. Для своей семьи и родины он навсегда останется победителем. Это было предсказано с рождения. Маленький Сережа родился 9 мая. В гимназию на церемонию памяти пришли его сослуживцы и родные. В первых рядах опора по жизни и верный друг. Супруга. Рядом с букетом алых роз. Папа. Даже спустя десятки лет он будет помнить искреннюю улыбку своего сына, лелеять в душе его самые заветные мечты, которым не суждено сбыться. Он посвятил всю свою жизнь служению Отечеству и службе в воздушно-десантных войсках. Мы гордимся им. Всегда будем гордиться. Он был примером для младшего брата. Он был очень мужественным, активным, занимался спортом, добился в этом деле успехов. В мечтах у него было после возвращения с этих мероприятий мастера спорта выполнить, но, к сожалению, не получилось. Я хотел бы выразить огромные слова благодарности родным Сергея Игоревича, родным всех наших героев, которые воспитали очень достойных патриотов нашей любимой с вами Родины. О подвигах помнят. Имена победителей увековечивают в истории в разных форматах. Один из них – парта героя. Одноименный проект открыли во многих школах страны. В рамках образовательного проекта «Парты героя» предполагается, что за этой партой будут по итогам месяца сидеть достойные учащиеся, которые достигли каких-то результатов в учебе, в спорте, имеют достижения в конкурсах. Так ученики будут стремиться быть похожими на героев. Подчеркну, это не та самая парта, за которой учился Сергей Кузьминов. На современный вариант нанесен его портрет, награды и основные моменты биографии. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.